В настоящее время из-за случившейся аварии подача воды прекращена на нескольких улицах железнодорожного района Ульяновска. Городскими властями организован подвоз воды в социально значимые учреждения. Из-за посадки грунта на мосту через Свиягу между станциями Ульяновск-Центральный и Ульяновск-3 перекрыто движение поездов. Как отмечают Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды, на устранение последствий аварии потребуется чуть меньше суток. Сейчас наши диспетчерские службы уточняют, где жители находятся без воды. Это в первую очередь социальные объекты, значит, здравоохранение, образование. Туда организован бригад, главой города назначены ответственные лица из числа своих заместителей, которые отвечают за подвоз питьевой воды на эти социальные объекты и жителям технической воды для хозяйственно-бытовых нужд. Такая работа организована. И наша задача сейчас оценить объем необходимых материальных ресурсов. Новая труба для замены трубопровода уже в дороге на место ЧП. Ремонтно-восстановительная бригада и вся необходимая техника для выполнения земельных работ в настоящее время приступила к устранению последствий. Как отмечает РИО губернатор Ульяновской области Алексей Русских, который посетил место аварии, сейчас на объекте работает более 80 человек. Подвозит вагоны щебнем, чтобы поднять железнодорожное полотно. Железнодорожные опоры через Свиягу не пострадали. Максим Писарев, Юрий Ломатов, Управда ТВ.